Саженцы веника остроцветкового аваланж имеют интересную окраску в виде бело-розовых полос. Листья ланцетные, длиной 50-75 см. Цветоносы высотой до 120 см. Цветет многолетник с июля соцветиями метелками желто-золотого оттенка. Веник остроцветковый аваланж переносит полутени открытые солнечные участки, достаточно скудные почвы. Зимостойкость культуры довольно высокая, но все же садоводы рекомендуют применять небольшое укрытие. Используется растение в роли солитера или в групповых посадках. Веник остроцветковый аваланж – это многолетнее растение высотой 120 см. Трава лучше всего подходит для групповых посадок. Веник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для глинистых почв. В качестве места выращивания веники прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает веник остроцветковый аваланж в месяц июль-август. Летом листва листья белополосатые с розовеющей полоской. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.